впечатляешься. Да? Как фоткать, где? А давайте вместе. Давайте, да, вместе. Как сейчас? Давайте, может, будем. Дякую Богу. Вот так, да, Тогда на мини-дни, конечно. Ничего страшного. И меня тут тоже надо впечатлить. В России, в Украине, как 50-50 времени. Я за душу нашу. Слава Иисусу! Кто следующий? Прекрасный прогресс. Я думаю, вы знаете, что 40-50 была карта, яким фронтовичем Израиля. Украина богата. По підрахунку спеціалістів, українські дітки дуже я буду называется еще Брест, собираюсь, потом Могилев, я не помню, несколько городов, короче, в октябре уже скоро собираюсь, сейчас молимся о поездке, Молюсь, конечно, потому что бывают всякие препятствия. Меня ж пару раз разворачивали на границе. Было такое. Ну, ничего, молился. Ехал в следующий раз. Вот, пропускали. А уже все, я уже уезжаю, уже на днях уже выезжаю. А были здесь так продолжать? Да, конечно. Почти 3 месяца.